Итак, декларация членов партии коммунистов Республики Молдова. Мы, члены ФКРМ из Кишинева и районов республики, с обеспокоенностью и с сожалением отмечаем, что наша партия стремительно теряет свои позиции и не имеет четкой политической повестки дня. Сегодня, в канун выборов президента Республики Молдова, мы все являемся свидетелями консолидации правого фланга, понимая, что они заслуженно теряют поддержку народов, и понимая, что они снова хотят победить на выборах, людям навязываются кандидатуры Марьяна Луплу и Майи Санду, между которыми нет принципиальной разницы, которые участвовали прямо или косвенно в процессе разграбления страны, кражи миллиарда. Оба эти кандидата являются ставленниками олигарха Плохотнюка. Сегодня, как никогда, есть шанс победить левым патриотическим силам, начать возрождение нашей страны. Если этот шанс не использовать, очень скоро можно потерять страну в целом. Очевидно, что с нынешними политиками скатывание в бездну неизбежно. Сегодня любой призыв гражданам Молдовы голосовать за непроходного кандидата или за бойкот выборов однозначно выгоден власти. Каждый голос, оторванный от прогосударственных сил, дает дополнительный шанс нынешней власти Молдовы продолжать процесс разрушения нашего государства. Сегодня всем здоровым силам нужно объединиться. Нравится кому-то Игорь Дадон или нет, других альтернатив на сегодняшний день нет. Существует реальный шанс возрождения страны и начала процесса стабилизации. Необходимо начать что-то менять. Если власть олигархии, унионисты против Дадона, значит, мы выступаем в его поддержку. Это битва за Молдову и ее будущее. Уверены, молдавский народ встанет с колен и победит. Обращаемся ко всем коммунистам, сочувствующим, гражданам Республики Молдова, кому не безразлична судьба и будущее нашей страны. Отказаться от ошибочной, контрпродуктивной идеи бойкота и выйти на выборы. Это наш реальный шанс изменить ситуацию в стране к лучшему.